Сильных спортсменов воспитывают сильные наставники. В Люберцах отпраздновали День тренера. Наградами отметили лучших педагогов школ Олимпийского резерва. Подробнее в репортаже моих коллег. Знак отличия за доблестный труд. Для Ольги Рогозинской награда более чем заслуженная. Юных фигуристов она тренирует уже 30 лет. За это время вырастила 6 кандидатов в мастера спорта. Ее воспитанники – постоянные участники и призеры первенств России. Ольга Александровна говорит, успех спортсмена на 90% состоит из труда и только на 10% из таланта. Конечно же, не все дети имеют талант. А с другой стороны, все дети хотят заниматься, особенно фигурное катание, он достаточно популярный вид спорта, и все хотят научиться кататься. И поэтому, конечно же, если ребенок желает, хочет и может, то тренер всегда поможет. Знаки отличия за плодотворную тренерскую работу вручил Владимир Ружицкий. Он отметил вклад каждого педагога в достижение спортивных результатов округа. Я благодарен каждому из вас, потому что каждый из вас вносит именно ту крупицу в наши общие как-то результаты, что мы на самом деле звучим. И наши мальчишки, девчонки и более взрослые спортсмены достигают достаточно хороших результатов. Глава округа вручил награды еще двум педагогам. Знаки отличия получили тренер по теннису Наталья Петринская и тренер по художественной гимнастике Надежда Шайдурова. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.